Мне рассказали друзья, я решила сходить, это еще было до пандемии. А потом наступила пандемия, и я решила продолжить ходить, так как действительно нужна была помощь людям. И как бы видно, и коллектив очень хороший, отзывчивые люди. Было, в общем, весело, и мы действительно очень сильно помогли в эту пандемию. Волонтерский стаж Софии всего несколько месяцев, но его смело можно умножить на 2. Ведь именно на них пришлась первая волна коронавируса, а вместе с ней самостоятельно. Изоляция для тех, кто старше 65 лет, обязательный масочный режим, выдача продуктовых наборов нуждающимся и голосование по поправкам в Конституцию. Помощь добровольцев была просто необходима. Мы знаем, как вы, можно сказать, самоотверженно. Другого слова не подобрать. Помогаете нам реализовывать все наши социальные проекты. Это очень важно и для нас, и для вас, и для наших жителей. Сегодня София – одна из 7 награжденных. Самые активные волонтеры молодой гвардии получили благодарственные письма от Совета депутатов округа и памятные сувениры от Мособлдумы. Уверен, что и в будущем вы продолжите подавать пример многим членам нашего большого общества именно своим ответственным подходом и своей позицией. А между тем, одинцовские молодогвардейцы снова на передовой. В числе добровольцев 25 человек. Они не только оказывают адресную помощь представителям старшего поколения, но и следят за соблюдением масочного режима. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».